это не очень вяжется со сложившимися в Киеве воззрениями о бытии российской провинции, но тем не менее на экране обычная рядовая музыкальная школа провинциальной русской Вологде. Ну, необычность ее заключается разве что в том, что в ней учился в свое время заметный композитор. Гаврилин, известный слушателям, например, по тарантелле из балета «Анюта».